Уцелевшие здания и сооружения лагеря «Виктория» арестованы. Такое решение принял Приморский районный суд Одессы. Речь идет о 18 зданиях общей площадью более 4000 квадратных метров. По мнению следователей, эти объекты сохранили следы преступления и являются его доказательством. Кроме того, арест запрещает какую-либо перепланировку, изменение целевого назначения, повреждение или уничтожение объекта. Арестовали сооружение «Виктории» в рамках расследования нарушения требований пожарной безопасности. В этом деле два подозреваемых – директор лагеря Петрос Саркисян и старший воспитатель, 23-летняя Наталья Янчик. Обоих уже взяли под стражу.